Итак, всем привет, мы продолжаем проходить... Блин, а как это называется вообще? А, и Stranger Tract 1. Название, конечно, ужас. Да, название просто ужас. Не, название неплохое, но... Черт, наконец-то поверхность. Господи, как хорошо на поверхности. Вот ненавижу подземки всякие, блин, это серьезно. Тут хоть как-то, не знаю, поспокойнее, что ли. Хотя местность, конечно, у нас тут не самая удачная. И вот на поверхности почему-то мне вот хоть падай напоминает DLS, стал, не знаю почему. Опять же, остров какой-то. Очень напоминает. Вообще, все-таки приближаемся к финалу и не знаю. Хотелось бы какого-то раскрытия сюжета, что ли. А сюжет, по крайней мере, как только мне раскрылся. Пока ничего не ясно, что тут произошло. И почему это произошло. Особенно учитывая то, что это всего лишь первый акт. Еще будет там второй акт, я думаю, как минимум. Чего, в пещеру опять в какие-то, ну ёкарный. Чёрт, я только на поверхности убылся, а тут в пещеру. Вашу ж налево. Это что за... Аукью Корпорейшн. Чё-то почему мне это все напоминает остаться в живых, а Лост? Чё, без Пауля сразу? Вот это да, всегда бы так. Да, я колдунный ящик не могу разбить. Зашибись. И чё-то вот этот дым мне тут не нравится вообще никак. Черт, ну только на поверхности выше опять в какую-то подземку. Ну нафига? Я не хочу в подземку. Я хочу наверх. Привет, Клянил. Ну ладно, попробуем поискать. Так вот ты чем занимался. Точнее, занимаешься перед выходом Half-Life 3. Вот ты сволочь. Так, тут у нас камера наблюдения. Тут, в принципе, ничего. Да, тут ничего. Ну ты сама гениальность, блин, не мог сразу про трупак сказать. Ё... Чё за... Слушайте, чё это знакомая рожа? Вот хоть сюда хоть падает, знакомая рожа. Ну знакомое лицо, серьезно, блин. Ладно. Прикольно сделали. My name is George Richmond. Wait, how did you get in here? No, it doesn't matter. We've got very little time. Follow me. We've got to get to the communications room and radio out. Come on. Ну сразу бы так, ё. You do want to get out of here, right? Конечно. Let's see if I still remember this. Если не помнишь, я тебя застрелю. Че сюда зашел? Попрактиковаться, ну если патроны бесконечные, почему бы нет? Слушай, а знаешь что? Ну в баню твою практику. Ну нафиг. Наконец-то хоть какой-то не стоял. They could have easily used a card reader here, but no. Куда ты меня ведешь? В какую задницу очередную заводишь? Да, зашибись, с моим ХП мне вперед эти, блин, гении. Пушку дали, а аптечки не дали. А там что-то есть, кстати. Черт, ну попробуй заметь. Хорошо, что подсвечивается. Окей.
Ладно. Лишь бы с огнестрелом. Вот лишь бы с огнестоем никого не было. Есть кто-нибудь? Нет? Тогда чем мне вперед идти? Great. Let's see how we can solve this. Вот так. Так, сейчас же током долбанет. Ну, долбанет 100%. Ну, ладно, попытка не пытка. Не, надо же. Везет сегодня. Я уж думаю, будет поджаренный стут с кулочкой какой-нибудь. Еще аптека. Да, гениально. Что-то вот тут мне не нравится вообще никак. Тебе это нравится? Мне нет. Чёрт, я хочу такой же монитор в натуре, ё. Еще два, ё. Слушай, да ты тут хорошо устроился вообще. Damn it. The generator is close to overheating. We need it to be stable to use the communications equipment. Someone left themselves logged in upstairs. I can't do anything until their workstation is logged out. Can you go on up there and see if you can unlock it? Ага, может You'll тебе have to go up two floors. I'll meet you in the communications room. It's on the same floor. Ты бы мне еще предложил тебе антивирус обновить с операционной I'll meet you in the communications room. Ой, блин. Ладно. Кто-то до сих пор сидит. Не знаю, может, полнуху кто смотрит. Нафига я выстрелил? Вашу мать, что тут произошло вообще? Чё, да тут даже уже не вирусом попахивает, а какими-то просто опытами. Причем не очень удачными, явно. А, вот и лифт. Причем даже работает, вау. Чё-то долго едет. Надеюсь, в лифте никого нету. Он еще и с музыкой, да вы че? Серьезно? Че-то я вообще наверх хотел. А, ладно. И под воду. Гениально. Вообще гениально. И нахрена я сюда спустился? Да блин. Да и каебаный ящик. Иди нафиг. Ё! Твою же налево. Слушай. Ну это капец какой-то. Да ну нафиг. Я не хочу сюда. Вот просто не хочу. Черт, какой-то капец. Еще там должен внизу сделать, я не пойму. Он же выдискал наверху кто-то. Или я туплю. Ну-ка. А, вот еще выше, отлично. Видно, вниз я спускался за фонариком. Отлично. Двумя проблемами меньше. Вот он, компьютер вроде. Да вы чё, охренели? Ну да, красиво, пейзаж, ничего не скажешь. Котейка.
Окей. Че за хрень занимаюсь, а? Ну-ка, че? Да вы издеваетесь. Да ну нафиг, а? Так. Нифига не ясно. Да тут ни хрена что-то нету. Ну, с компом, конечно, да, прикольно сделали. Чёрт, я все достижения, походу, уже не сделаю. Да, еще два автомата надо, а я их не найду. Тем более, один я его не пропустил. Да. Ну, ладно. И на кой фиг я сюда пришел вообще, я чуть не въеду. Пошли в женский. А, это женский был ее. Как тебе удобно? Надеюсь, да. Что-то я не въехал. Куда я вообще попал, а? Ты как? Никак. Может, тут вообще ничего нет такого этого компьютера? Ну-ка наверх. А, вот наверху еще можно его выше, да. Да, точно. Сделано, конечно, прикольно все это. Очень прикольно сделано. Так, вроде да, тут, по идее, все должно это быть. Ну, надеюсь, тут никого нету. Хотя, на это надеется группа очень. И чё? Так, ладно. Тут у нас тоже ничего. Икебана опять. Тут не пойти, там тоже, значит, только сюда. О, отлично. Сначала батарейки. Электронная почта. Да, перевод неполноценный, в принципе, но если кому надо, читайте на английском. Я не буду это переводить. Так, консоль генератора. Что-то это по кота, что ли, опять? Как там было? Зашибись. А может, вообще не по кота это? Ну-ка. А, Пэтсонес убьет. Алекс. По-русски, что ли, писать? Или по-английски? Блин. Ну-ка. Не, мне кажется, русский не покатит, надо английский. Потому что это всего лишь фальсификат. Вроде так. Твою мать. А, надо же. Чё-то в синий экран, блин. Hey, can you hear me? The power went out on your floor. I don't know if you can hear this, but the generator is stable now. I'll wait for you in the communications room. Just keep going, you'll find it. Зашибись.
Я уж чуть не перерисовал синего экрана смерти. Куда идти-то? И куда мне идти? Не ясно. И стоим, ну что это как началось? Музончик еще так атмосферу нагнетает. Ну, видно сюда. Говнюк. Чё ты случай, я за тебя пересал, блин. Возьму с собой. На всякий. Хотя, возможно, я это заделаю. Ну-ка, открой центис надзыва. Не. Двери просто пули непробиваемые. Чё там, мы на поверхности, это хорошо. Это очень хорошо. Ну, наконец. Да ты чё? Будем надеяться. И? Чё дальше? Я тоже. This is Professor George Richmond of the Ark West Testing and Research Facility. We are dealing with a localized outbreak. А, всё-таки вирус. Immediate medical and military assistance. This is an automated message from Ark Corporation. That's weird. There has been a safety breach. Mandatory curfew is in effect. Can you override the loop buffer? Please remain inside. I'll clear it just to be sure. There's nothing there. The message isn't coming from here. I wonder where on earth it's coming from. Unless, no. But that was decommissioned. There's a very old satellite station on the other side of the island, but it hasn't been used since the 70s. It must be. Only that transmitter's powerful enough to jam the signal. We've got to get there. Maybe through town. I think we can... We've got you two cords! Твою мать. Open up! Quick! The ventilation shaft! Go, now! Одно. Get to the satellite! This is our only chance. Go. Okay. No. Explain. You see? You shut up. You. I want you to find that other guy right now. Go. Черт, ну я попал в жопу. Просто в жопу. Я не думаю, что они настолько умные, чтобы в вентиляцию полезть, но все равно. Свали. Черт. Все, походу, идет к логической концовке. Потому что мод на 2 часа где-то, и уже где-то, в принципе, так прилично наиграно. Так, а с тобой, что делать? А мне не надо там что делать. Это хорошо. А вот это плохо. А вот это хорошо. Не повторяйте этого дома. Блин. Зашибись. Чё-то я застоял. Чё-то в тексту. Во. Да твою ж... Во, отлично. Чё, ну по вентиляции я помолчу. По вентиляции в каждой игрушке это, блин... Я уже не знаю, планую. Очень много местности. Небось, тут перестрелка сейчас будет. Чё-то мне это все по атмосфере фил сейчас напоминает. Тут все на узком, зашибись. Странно.
Окей. Началось, походу. Сохранюсь. Сейчас тут что-то явно плохое будет. Ой, какое плохое тут будет. Блин. Пистолет возьму. Не, автомат лучше бы. Чё-то аптеки нету. Ребят, мне аптека нужна. Любая аптека, блин. Срочно. Чё-то я тут сдохну сейчас. Если не найду аптеку, точно сдохну. О. Этого, правда, надолго не хватит, но... Всяко лучше, чем ничего. Готово. Бака подыхают быстро. Единственный плюс. Чё, ты куда мне тут? Да ё. Ну-ка. Честно, немножко не понятно, куда. А, я... Блин, недолёт. Все, в принципе, понял. Так, главное не упасть опять. Да, блин. Перезагрузка еще пипец друг. Отлично. Главное не упасть, главное не упасть, главное не упасть. Тихо. Так, почти добрались. Отлично. Тук-тук. Как приятно оказаться на улице, это фантастика просто. Ах ты сволочь. Слушайте, может его не надо было убивать? Блин, точно. Вполне возможно, он был просто мирный. Потому что оружие он что-то не вытащил. Очень странно. Ну ладно, пойдем. Поговорим. По душам. Да, не особо дружественный оказался. Еще до кучи им захист. Это ж пипец, блин. Да блин. Вернусь через 5 минут, ага. Блин. Чё за хрень? А, ясно. Эхо капец тут, конечно.
Где пистолет? Я в полной заднице. И что мне тут делать? Не, ну это все ясно. Не, не то. Я так понимаю, мне надо что-то с этими ящиками сделать, что ли? Да блин. Ну. Да блин. И чё, блин, я делаю, а? Чё я вообще делаю, а? Блин, не пойму. Да, блин, заставил еще. Чем мне это вообще даст? То, что я сдвину, например, ящики. Понятия не имею. Зашибись. Заключила. А не его отключила. Тихо, тихо, тихо. Да тихо. Да ё-моё. Что за хрень, блин? Зашибись, кран еще заключивает, это жесть. Ну блин, опять перестреливаться. Такс. Отлично. Теперь бы понять, что с этой хренью делать. Ладно. Может, просто ворота выбить как-то, я не знаю. Ну-ка. Попробуем. Да. И все. А я себе мозги ломал, ё-моё. Пытался какие-то теории строить, что все ящики отодвинуть, надо там пойти, блин. Идиотизм. Окей. Это чё? Замок? Ну ладно. Надеюсь, это предусмотрено игрой, то, что я сюда свалил. Будем надеяться. Ладно, просто валим, просто валим, 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 валим. Подальше от этого чёртового места. Чё за... Ах ты ж... Блин. Вот скотина. Не. Да тут ничего, походу, нету. Да, ничего. Хотя, возможно, что-то наверху, но я туда лезть не хочу. Аккумулятор.
И на чем мне его использовать? Не знаю. Сейчас узнаем, конечно же. Но я его с собой возьму на всякий случай. Мало ли его и вправду на чем-то использовать надо. Вот сейчас, честно, вообще ни хрена непонятно, куда идти. Какой-то капец. О! Это хорошо. Вот честно, я уже, честно, немножко устал от этого мода. Чё-то как-то вот сейчас вы стянули, молясь. Да и уже на ужастик что-то вообще не походит. Хотя поначалу все весьма походило. Да и в подземках этих тоже было прикольно. А сейчас какое-то тело обычное скатилось. Я не знаю, вел найду или нет. Чё-то я думаю, нет. Хотя... Сейчас посмотрим. А, не, невидимая стена. Абом. А, во. Даже так? Хитрожопые-то какие, а? Опять какой-то домик. Заброшенный. Топорик за... Блин. И... Зашибись. Называется, зашел в домик, блин. Это все, я так понимаю, да? Ну, в целом, что можно сказать? Блин, перемотать надо. В целом, модификация весьма интересная. Есть свои плюсы, минусы. Хороший дизайн, интересная поработка всего пространства. Не знаю, прикольный геймплей, в принципе. Ну, геймплей обычный, от шута, от первого лица, но... Вот то, что это все как-то... Сюжет как-то вообще непонятен толком, сразу честно. Плюс подавалось это как какая-то история с примесью ужастика, но... Ужастиком тут ни хрена не попахивает. Да. В принципе, я думаю... Не знаю, в общем... Модификация, конечно, интересная, начало интересное. Потом в подземках весьма не по себе так атмосферно. Ну, под конец как-то вообще ничего не понятно. Стало только понятно то, что это все стало из-за вируса какого-то. Но почему, как, кто, кого? Эти зомбаки вообще толком не пугают. Хотя вот на один раз модификация, честно, очень неплохая. Тем более для любителей. И тем более, что она бесплатная. В общем, не знаю, в принципе, я второй акт буду очень обязательно ждать, потому что интересно, чем все закончится, продолжится. Плюс не факт, что это закончится во втором акте, возможно, в третьем или что там, пятом, десятом, фиг знает, насколько это все растянут. Но я думаю, это не стоит растягивать больше, чем на 3 акта, я так думаю. Потом, возможно, выйдет какая-то уже скомпилированная версия со всеми актами, но... В целом, пока это в Стиме бесплатно, я думаю, будет само бесплатно, но... Фиг знает, что там придет в голову. Один раз, я думаю, стоит пойти всем любителям игрушек от первого лица, да и... каких-то мистических непонятных историй. А так, чтобы назвать это шедевром каким-то, не знаю, у меня язык не повернется, потому что есть какие-то минусы. Я, конечно, понимаю, это всего лишь бета, но много запутано, непонятно, и... Не знаю, это нельзя преподносить как ужастик, что ли. Мистическая история, блин, это даже мистики тут нету. Зомбаки это обычно к ужасам относятся, но тут как-то не особо страшно. Ну, в общем, неплохая модификация... Намного лучше, чем, не знаю, даже не знаю, чем что, но есть и хуже, это точно.
А тут видно, что оставались. На этом, в общем, все. Надеюсь, не понравилось. Ждем второй акт. А на этом это похождение закончено. Надеюсь, всем понравилось. Всем удачи и пока.